День физкультурника в нашей стране отмечают с 1939 года. И это праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. Своим его считает и Максим Ткачев. На протяжении нескольких лет в начале августа он отправляется на стадион ИКАР, чтобы проверить свои возможности и установить личные спортивные рекорды. Уже с 79 года, с 8 лет своей сознательной жизни занимаюсь физкультурой, поэтому День физкультурника мы уже который год проводится, который год участвуем. Не третий год подряд сдаю норму ГТО, в прошлом году золотой значок, то есть никаких вопросов. Готов к труду и обороне, как обычно. Начался день физкультурника с торжественного парада и массовой разминки, которую провел мастер спорта международного класса по летнему полиатлону. После все участники разошлись по местам тестирования ГТО. Каждый мог попробовать свои силы в выполнении от 1 до 7 испытаний комплекса. Бег на 100 метров, прыжок в длину с места, тест на пресс, подтягивание, рывок гири 16 килограммов или отжимания, гибкость. Действительно, ГТО сейчас на пике, потому что каждый хочет попробовать свои силы и попробовать себя, и кто-то уже даже улучшает результат, повторяя свои успехи на определенных видах испытаний. Владимир Кауров занимается спортом уже не один десяток лет. И день физкультурника для него просто хорошая возможность в очередной раз проверить себя. За первые полчаса праздника Владимир успел успешно сдать несколько нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Сдал бег на 60 метров. В общем, результат положительный. Вот, я ожидал, конечно, получше, но, в принципе, я вписался в норматив. Вот. Сдал подъем гири 16 килограмм и на пресс сдал упражнение пока. Значение физической культуры и спорта в жизни любого человека трудно переоценить. Спорт совершенствует не только тело, но и дух. Воспитывает мужество, упорство в достижении цели, закаляет волю, считает Владимир Кауров. Это очень правильно, потому что раньше было движение, это в последнее время немножко подзабыто, и сейчас вот оно восстанавливается. Готов к труду и обороне. Это здорово. Вот. Надо его поддерживать среди молодежи особенно, чтобы поменьше сидели дома, побольше были на улице, занимались спортом, вели здоровый образ жизни. В Дне физкультурника приняли участие более 600 жителей нашего города. И даже моросящий дождь и холодный ветер не смогли испортить праздник. Мария Рунич, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.